Карачаево-Черкесск продолжает рейдовые мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Сегодня рабочая группа представителей Министерства промышленности и торговли, Роспотребнадзора и других ведомств проверили индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку людей в общественном транспорте на соблюдение всех санитарно-гигиенических норм. На рейде побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Очень важно проверить все предприятия, осуществляющие перевозку граждан на общественном автотранспорте на соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. Рабочая группа, куда входят представители Министерства промышленности и торговли Карачаева-Черкесии и Роспотребнадзора, осмотрели АТП номер 1 Черкесска. Ежедневно перед тем, как выехать по маршруту, водители городского автотранспорта должны проходить необходимое медицинское обследование и алкотест, а уже после приступать к работе. Как результат обследования мы допускаем к рейсу водителя, об этом идет пометка в журнале «Допущен к рейсу». Роспись моя и роспись водителя, что он прошел медицинский осмотр. Сами же водители отмечают, что все эти процедуры позволяют обезопасить не только себя, но и граждан, активных участников дорожного движения в городе. Если состояние удовлетворительно плохое, мы не выезжаем. А если все нормально, вот как сейчас, спокойно едем, работаем. После рабочая группа осмотрела, как проводится дезинфекция автотранспорта. Полностью моются полы и также специальными антисептиками дезинфицируются поручни и сиденья. Также проверили журнал, где фиксируется график проведения влажных уборок. Пока машины не обработаются, не помоются, до заправки не допускать. Наши мойщицы заходят в салон, протирают и поршни, и сиденья, все протирают. Представители рабочей группы рейдового мероприятия положительно отметили работу автотранспортного предприятия. Заместитель начальника отдела транспорта Министерства промышленности и торговли Карачаева-Черкесии Нурчук Хубиев заверил, что именно соблюдение всех установленных санитарно-эпидемиологических норм является гарантией сохранности здоровья жителей Черкесска. Проверяем, как на сегодняшний день в предприятиях проводится дезинфекция транспортных средств. Составляем акты, нарушения есть, но данные нарушения, согласно актам, будут направлены в прокуратуру для принятия мер. Также представители рабочей группы отметили, что подобные рейдовые мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Также будут проверки в других транспортных предприятиях республиканской столицы. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.